Заебал. Сейчас запущу. Как закрыть эту хуйню? Как убрать, блять? Убери. И останови свой. У тебя стрим от. Боже. На паузе. Steam VR. Вот, Afterlife VR. А, вот. Steam VR автомат. Так это же то же самое, я ж туда же захожу, что за хуйня? Что сделал? Я не знаю, что это. Не знаю, он так сделал, что теперь его не слышно у нас. Вы меня не слышите? Ну, нет, слышим, сейчас слышим слышно. Просто. Просто я не понимаю, почему ты через Steam не можешь игру запустить. Я запустил же, ёпта. Через Steam? Какая разница? А, сейчас, подожди. А, все работает, давай. Давай, пошли проходить на кой уже. Тит этот выбирает он. А что, он не может стоя? Ну, у него, мне кажется, места мало. Ну, может стоя, Марк, стоя ну, сможешь играть? Скажите, ничего не лагает? Нормально все. Давай стоя тогда, Марк. А ты стоя же играл, да? Ну, я стоя, но у меня место. А ты ситов кажется выбирал? Не, я стендинг выбирал, естественно. Марк, у тебя все работает, братишка, начинай играть. Бля, хочется приехать, просто знаешь, что сделать? Просто открыть его ротик и горловой максимальный сделать. Можно, можно было бы. Чтоб, а он будет думать, что это VR-эффекты. Я надеюсь, ты на санпад скримеров накачал ему? Читайте чат. Да нет, давай не будем его пугать, он вообще не пройдет. Тоже верно. А мы что, для чего, блядь, мы это и делаем? Я пишу, что ты хуйлан. Да, блядь, за что? Блять, вас тоже бесят люди, которые долго готовятся к чему-то. Чел, иди хочется нахуй, блять, твистеры. По коленке хочется. Хочется в GTA 5 RP по коленке пульнуть чего-то. Вон, можешь доесть, тарелка стоит какая-то с крошками. Все, я в игре. Наконец-то, блять! Ура! Я не вижу, правда, нихуя. Все, let's go. Алло? Алло, да, давай. New game. Ой, блядь, там язык был русский. Ебать, чего, блядь? Я не знал. Нахуй ты на английском играл. О, братишка, вот это, блядь, блядь, ну ладно. Чё, в смысле? Нихуя, не, я не знал, что это. Ну давай, всё, начинай. Ебать. С ультра это вообще, наверное, охуенная игра будет сейчас. Бери нормально, можно и сложно, в принципе. Загрузка будет, жди. А, ну типа по сторонам посмотри. Оу. Тебе нужно посмотреть по сторонам, тебе написано на джойстике. Полностью прокрутись. Ну, все. А, на... Все, на геймпаде, вот этой штучкой тебе надо. Фу, бля, мне уж пиздец стрёмно. Да еще вообще ничего стрёмного нет. Походить теперь надо, Марк. Пора домой. Иди к двери вон той и выходи. Бля, чел, перед тобой коляска, если что. Ничего нельзя трогать? Нет, вот здесь, к сожалению, нет. Только те предметы, которые нужны по игре. Вообще нихуя? Вообще нихуя.
Да выходи с двери, и все, и будет начало. Пиковая дама, приди. Бля, ну это пиздец. Не возьмем, руки трясутся. Он такой высокий. Бля, мне очень стрёмно играть, я в ахуе. Марк, да тут не... это обучение, блядь! Ой. Марк, здесь вот, вот здесь точно ничего не... Просто дойди до конца, я тебя умоляю. Блять! Ебаный хуй. Что ты там нажимал сейчас кнопочками? Скажи, а, пожалуйста. Стоп, я же на кнопке могу. Все. А что ты сделал? Да бля, хуйню какую-то. Мы если что не видим, что ты делаешь. Ща, ща. А сейчас видите? Да, запускается игра. Слава богу. Но пока не запустилась. Так что? Бля, какой же я хуесос поганый, блядь. Блядь, а куда ты вышел-то? Что ты там жмакать стал? Да я не знаю, блядь, ну это пиздец. Сейчас я перезапущу. Марк, короче, вот это обучение. Тебе обучение нужно просто пройти быстрее, и все. Где это Afterlife въебливый? У тебя не Afterlife, а Windows VR, скорее всего. Чел, он в самом начале должен быть. Он не отвечает, блядь. А, вон, там, смотри. Блядь. Сиськи. Сосиски. Такие вечеринки. Бля, ну это пиздец. Ты же его видел сейчас, нет? Да чел, ну бля, ну мышка не работает ебаным в этом VR, бля. VR положи на стол, потому что, блядь. О, так заработало. Сука. Естественно. Они большие башмаки. Это долбоебики. Какая тупая, блядь, хуйня. Заебала. Ничего не тупая. Бля, хоть то запустил сейчас. Друг, на самом деле, тебе не надо запускать Steam VR отдельно. Все, Марк, давай. О, ебать. Удачи. Ты тупой. О, лагает. Блядь! Не лагает ничего, запусти игру. Ёбаный в рот! Сука, я сейчас приеду нахуй! Ты можешь просто игру включить, ничего не лагает! Кто, блядь, пишет, что лагает? Бан! Все. Имя человека на ковер первый выходит. На ковер. Кто написал? Имя свое. Слышно звук? Да. Все, заебись. А почему теперь чата нет? Слава богу. Ладно, похуй. Все, Марк, проходи обучение, я тебя умоляю. Нормально поставь. Все, я нормально. Ты легкую поставил? Не. Все.
быстренько осматривайся. Выходи в дверь и иди, там пролезть надо вниз будет, и потом выйти из двери, все. Ничего не лагает, скажите? Ничего не лагает, все заебись. Блядь! Что? Я бьюсь об что-то! Ходи на стиках, зачем ты двигаешься? А, бля, в натуре. Бля, можешь тебе присесть, бро? Просто очень высокий. Бля! А. У тебя очень высок, хуёво откалиброван вверх. А, блядь! Это обучение просто! Смотри, сейчас пролезть надо снизу. Тебе надо сесть будет прям. Тебе прям сесть надо, Марк. Бля, чё, мне ложиться? Ну да, ну у тебя хуёво откалиброван VR. А где фонарь? Слышь? Он сейчас тебе не нужен. Как не нужен? Там темно. Иди, да там вон выход уже вперед, Марк. Ё-моё, ну он тебе сейчас даст по игре, это еще не игра. Я снял. Там никого нет, это обучение, там никого нет. Марк, ты идешь без шлема, гондон! Марк, там никого нет! Ты можешь обернуться, там никого нет. Там никого нет. Бля, у тебя сейчас игра свернется, ну чел. Там никого нет, Марк, это обучение, поверь. Куда, блядь? Посмотри, посмотри назад. Да посмотри ты назад, блядь. Иди нахуй! Блядь, она не открывается, ну все, мне горит, конечно. Я не могу! Чел, ты дал... Ты можешь слева открыть дверь, взять фонарик и выйти на улицу, все. Не блещет. Марк, да это обучение, ну пожалуйста, послушай, тебя бы уже сожрала тварь эта. Одень очки, а? Одень очки. Там никого нет, ты видишь? Марк, VR не так работает. Да, да. Блядь, я сейчас так садится у Бога. Отходи, вон тебе джойстик горит, что-то посмотреть надо. Лучше выбираться отсюда, бежать оба джойстика вверх. А, два джойстика нажми, ну назад пробеги ты чуть-чуть, и все. Блядь! Никого, тут никого нет, чел. У тебя дверь открылась справа просто. Ой, как ты живешь вообще? Ебать! А, темно. Что, дверь выходи. Слушай, справа. У меня руки си... В дверь выходи. Справа дверь открылась. Игра начнется сейчас. Это обучение, Марк, чтобы ты понимал. У нее детская травма, скорее всего, ребят. Ебать, ты че, ебанутый? Марк, возьми фонарь теперь. Бля, это да обуч... ты... Марк, это обучение. Ну тут, ну тебя бы схавали уже, ну поверь мне, ну блядь. Просто возьми фонарь, включи его, и сейчас тебе станет безопасно, потому что увидишь, что там ничего нет. Как включить? Триггер. Курком. Курком включи. Все. Видишь? Теперь направо иди, дверь открылась там. Убрать фонарь, грип нажми. Я понял, у меня шлем отлегает от ебала. Конечно, блядь. Че, конечно, блядь? Грип нажми, говорю. Все, теперь зажимаешь его, да, и убираешь фонарик, все. Теперь направо дверь открылась, по-моему. Или ключ, посвети там, по-моему, ключ будет, посвети. Где, где? Ну, перед тобой. Ну, где темно. Слышь, а он у меня больше не включается. Курком. Курк. А, все, значит, выходи. Дверь должна была открыться. О, у меня что-то голова закружилась.
господи. Открылась дверь, да, все, уходи. Там никого нет, это обучение. Там что-то мигает. Марк, это обучение, ну пожалуйста. Блять, стоп. Ты так крутишься, поэтому тебя укачает сейчас, понимаешь? Ты можешь спокойно идти. Просто иди спокойно, открывай дверки, и все. Батарейки возьми справа. Ладно, ты Генри или Марк? Марк, бери батарейки, здесь никого не будет. Это обучение. Блядь. И просто вставь батарейку в фонарик. Как это сделать? Снизу. Просто снизу вставь в нее фонарик снизу. Все. Теперь свети фонариком. А как взять его в карман? Все, она сама возьмется. Гриб возьми, все, она сама. Еще бери одну. Они сами в инвентарь падают. Вот и все. Тебе может сесть, Марк? Тебя пиздец шатает. Может, нереально сесть? Садись. А во время игры просто можно? Сядь. Да, просто сядь и все сейчас. И у тебя будет нормальный рост, кстати. У тебя будет нормальный рост. У меня нормальный рост. Во, все, заебок. Бля, давайте перекурить. Чуть пиздец стрёмно. Марк, это обучение, ты рофлишь. Иди. Дойди хотя бы, когда он на машине, когда начало игры будет. О, бля, ракурс. Что? Прикур. Сейчас, подождите. Блять, ничего, блять, скотчем к еблу привязать. Чё он, блять, отваливается от меня? Потому что ты головой вертишь туда-сюда. Зачем? Просто дойди до конца в обучение, пожалуйста. Ничего нет. А, у меня геймпад разваливается. Посмотрите, там нормально все с ним? Да, все заебись сейчас. На камере все норм? Да, все нормально. Да, у тебя все, ты закрепил, все норм. Все нормально сейчас. Заебись. Окей. Марк, это обучение, братец, пожалуйста. Да ты ебло, ты завали, ты ебло! У меня кресло. У меня кресло. Пусть отъедет. Блять. Чтоб стол не задевать, отъедь. Марк, это обучение. Все. Все, прошли? Да. Только не снимай очки. Adam Bernard receives a dispatch call regarding horrific events taking place in Black Rose Mental Hospital. The good news: Adam is just a couple of miles away, so he's sure to be the first responder. The bad news: Adam's younger sister Alison was recently sent to that same institution, and she's not the only one whose life is in danger. Блять, у меня игра крашнулась. Да я зачем ты снимаешь очки? Объясни, я тебе говорю, не снимай их. Они же, она же сразу крашится. С тобой. И зачем ты руки тянешь, когда ты сидишь, слышишь? Просто держи руки нормально. У меня череп хрустит, слышишь, походу. Все, да нормально они сидят у тебя. Слышь, я еду сзади. Просто отъехал. Нормально все, сейчас все будет. Я сзади еду, блядь, без водителя. Водила чувствует мой вальс и начинает шишковать. О! А. Бля, у меня череп хрустнул. No, it's okay, I'm on it. Over and out. Oh, Christ, Alice.
Да не ерзай ты головой влево-вправо. Да, блядь, меня бесит, как шлем сидит. Он нормально сидит. Блэк! Блэк Роуз! Shit. Тио, выходи из тачки теперь. И одень часы и фонарик. А я сейчас подойду. Японский бог, что с игрой, блядь? Ну, о. I should keep my heart rate as low as possible. If it reaches 200, I'm a goner. Если он прыгнет до 200, блядь! Bernard here. I'm almost at the scene. Tell the boys the road is blocked before you send them here, will you? Sure thing. Are you alright? Visibility's quite poor. Good thing I've got a flashlight in the trunk. Yeah, hospital's not that far away. So, over and out. Все работает. Только батарейку не трать. Полноты глаза это ребята. Блять, ебался об стол, сука. Отъедь чуть подальше. Блять, чё провод ебливый. Фу, сука. А! Найс, все, до сейфки дошли. Завтра продолжим. У чела ствол забери, у чела у тачки. Там ворота закрылись. Да похуй, у чела у тачки ствол забери, Марк, впереди. Ага, там. Стоп, там чел. А забери у него ствол, блядь. Не успел, поздравляю. Где он? Все, его не будет больше. Иди к больнице, здесь ничего нет больше. Ты с пистолет же. Да не, я шучу по пистолету. Пистолет позже. Бля, я тебе наебашил бы по пистолету, блядь. Че ты шутишь? Вон, батарейку возьми. Эту хуйню не бери, там ничего толком не написано. Батарейка лежит в багажнике. Гриб. Фу, мне уж хуёво. Тут вообще пока хуйня, Мар. Интересно, когда ты заходишь. Ебать, что-то упало! У меня одна бэттери? Да тебе хватит, ты просто фонарь туши иногда. Она тебе сейчас не нужна, Марк. А, у тебя сел? Да. Чайка! Ворон. Не трать фонарик. Это ворона, долбоёб, ты чё орёшь? Марк, это ворона, если что. Блять, надо булдоны нахуй, еблан, мне пиздец. Это ворона!
Сейчас перекур, пиздец, стрёмно. Да какой перекур, Марк, иди. Ты так, блядь, хуй знает, когда до больницы дойдешь. Ой, блядь, чел. Блядь, у него писька видна, чел. Кошка. А, это ворон. Могу взять ее? Опять вороны! Как обойди их? Дим! Да иди просто, ну просто иди, они, ну они хуйню коцают, тебе потом аптечка дастся и все, ну правда. Просто иди похуй. А почему вороны вообще нападают? Да потому что это вороны. А ты обошел их, я не обходил, я просто шел. Центральную дверь сразу, иди большую, самую центральную. И все. Ой, качели детские висят. Слышь, перекур надо. Какой перекур? Чел. Марк, ну дойди, зайди хотя бы внутрь и все, и дальше будешь курить. Блять, тут виселицы. Это качели детские. Какие виселицы? Какие? Ты еблан осуждаешь, что ты несешь? Смысл? А, блядь, ты на это? Ты куда ты смотришь? Кто слева качели стоят? Конченый, что ты несешь? Это Дмитрий Лис канал, блядь. Ты долбоёб, ты на что смотришь вообще? Там откройте слева меню. Качели вообще-то и площадка детская. А нахуя? Не надо тебе ничего, продолжить нажми. Ну надо осмотреть территорию, прежде чем заходить. Нахуй я не буду в это играть! Долбоёб, это ворона! Чё, у меня ворона кокнула нахуй? Это ворона! Вставай! Марк, ну это ворона! Зайди, пожалуйста, внутрь! Если ворон будешь пугаться, я не представляю, как ты вообще живешь. Блядь. Сразу тебе говорю, тебе в центральную дверь. В центральную. Там ключ лежит. Можешь батарейку сейчас пиздить. Я, кстати, не видел батарейку здесь. Бля, лучше бы я тоже не видел. Вороны. У тебя хуй фонарь. Центральную дверь, Марк. Все, поднимайся просто. Куда не иди, там ворон дохуя сидит, они тебя сожрут. Где? Ну в центр просто поднимись. Не, сейчас сюда не иди вообще, блядь, там вороны сидят, тебя сожрут. Вот, центральная дверь, бро. Нет. Ой. Охуенная центральная дверь. Вороны здесь. Все, справа включай. Все, выходи. Это справа... столько, блять, ворон в небе. Да. Охуеть. Вот, теперь справа ключ лежит. Где? Право. Это лево. А, блядь, это полево. Ну, блядь, тогда опять ворона! Ну, блядь, ну похуй на нее, ну подойди, она на тебя нападет. Подойди, скинь ее, все.
блядь, это ворона Марк. Уйди! Вот и все, ключ бери. У меня мозг пережало, чел. У меня ебаный шлем мозг пережимает. Расслабь его немножко. У меня из-за этого типа давит на нервные импульсы, блядь. Да, конечно. Ключ возьми, дверь открывай, заходи внутрь и все, и начинай прохождение. Фух. Только стрим сейчас упал нахуй. Бля, задудости стрим, ПЖ. Бля, вот реально. Заходи. Заходи. Подожди, перекур перед дверью. This is the police. Anyone here? Еблан, зачем ты кричишь, сука? It doesn't really look like an open hospital. Да тут никого нет. Чел, иди все нахуй вообще. Батарейки не трать особо. У меня 84 пульса, это очень хуёво. Да нормально это пульс, бро. Бля, я не хочу, Дим, это пиздец, я там умру. Чел, это просто двери, они все здесь закрываются за тобой. Давай. Бля, я там просто сдохну. 2-0 дверь. Марк, тебя вороны испугали и двери, ну ты серьезно? Бля, вот... Какая же ты, сука, тварь. Ну, бля, ну по факту даже не было еще скримаков никаких, и ты боишься, ну ё-моё. Чел, ты еблан? Я теперь вороны в жизни бояться буду, блядь. А, кстати. Фонариком свети, я не помню, куда идти. А, тебе наверх. Стоп, рацию. Не нужна тебе рация, она не работает. Какой актер? Все читаемые скримеры, все читаемые, блядь. Двери, которые закрыты, они закрыты, Марк. Окей. Okay. На второй этаж. Налево. Второй этаж налево. Тут ничего нельзя, да, взять? Нет. Мне нужно на второй этаж. Бля, может Марку пароль сразу сказать, чтобы ему здесь не ходить, потому что здесь АФК тема. Вспомните, какой пароль был справа. Вспомните пароль, пожалуйста. Блять. А, вот, 8965. Ну ладно. А, что, блять? Здесь тоже выход. Подожди, а куда идти? А, все. Не сюда, Марк. Мне страшно, пиздец, Дим, я не знаю. Марк, тут ничего не будет, пока я тебе серьезно говорю. Бля, просто ходи. Бля, мне очень стрёмно, я ебал. Мы с тобой. Весь коллектив твоего канала с тобой. Бля, какой коллектив? Мне пиздец, у меня так сердце бьется. Да в смысле? У тебя вообще ничего не происходит. Бля, пойдем КС, ты что, ебашь? Марк, мне сейчас мыться надо идти и срать. Чел. 8576? 856? А вот не сюда только паролят, на правую дверь, по-моему. Марк, у тебя онлайн охуенный, ты должен сейчас, ну, выдавать контент, а ты хочешь слиться, так не работает. Чел, ты, бля, еблан. Все, одевай очки и продолжай исследовать. Все, до первого испуга. 5000 человек — это две школы, блядь. Пацанам либо тебя смотреть, либо на уроки идти. Сам я подумай, до первого испуга играю. Нет, Марк играет, пока не это самое. Пока мы хотим. Куда, водить сюда? Да.
8-5. Какой пароль был? Да не, ребят, по факту там АФК херня будет внизу. Типа, ему лучше сюда ввести сразу. Спасибо, охуенно видно, что водишь. А он не вводит. Да? Да. А, ну так, тогда... А с другой стороны не вводит? Это нельзя брать, нельзя, нельзя. Мне надо аптечку поискать, Дим. А, все, я понял. Тогда вниз иди. Вниз и направо. Все, я не мешаю больше. Видишь, меня захейтили, я молчу. Вниз и направо, это вот в эту дверь? Да, она открыта, если да. Нет. Бля, походи, тут открыться должно. Дойди к ней, открой, я не помню. Все, не, пизду, нет, я ебал, мне что очень... Что ты боишься? Блядь, ну это просто ГГ нахуй, это просто, блядь, чего ГГ нахуй, не было? Полное, блядь, нахуй твиар, я его продаю, блядь, я на авито выкладываю. Дожди, Марк, что, стоп, 5200 человек онлайн растет, иди играй! Чел, блядь, да мне стрёмно нахуй, я умру завтра, блядь, сердечного приступа, блядь, из чё у меня эти 200 человек, блядь? Че? А, то есть вот так ты, да, что тебе плюс-минус 200 человек, да? Чего? Чел, запускай дальше, проходи, пока не вылетело. Играй до вылета. Чел, да мне стрёмно, ты еблан. Ну а тут ничего не было. Марк, пиздец, онлайн увеличивается, давай продолжай. Марк, пиздец, онлайн увеличивается, сука, да ты мразь ебаная, мне стрёмно, у меня, сука, трусится. Все, блядь, у меня кончики пальцев стрёмно, у меня трясется, все, блядь, просто от мизинца до хуя, блядь, мне стрёмно. У меня сердце не шевелится, блядь, я еле-еле, хожу по этой локации, мне просто пиздец. Сейчас затянусь. Делай затяжечку, расслабься и продолжи. Просто перекурочки делай чуть чаще, чтобы было спокойней. Фонарь выключить надо. Фонарь сейчас у тебя сгорит, выключи его. Одевай очки и продолжай играть. Все, ты успокоился. Нет, я не хочу играть. Марк, ну давай до следующего раза испугаешься и там уже обсудим. Сука, какая ты мразь. Дверь должна была открыться очень странно. Куда идти? Ну, поднимись наверх тогда до упора. Там кентик будет стоять. И, ну, за решеткой, естественно. Вон туда вот наверх прям до упора поднимись. И, по-моему, внизу потом дверь откроется. Подожди, я что-то в жизни скрипит. Да ничего у тебя не скрипит, Марк. Я слежу за комнатой, все нормально. Бля, там тут за дверью стоит. Да он просто стоит, там ничего не... Ну, блядь, поверь мне, сейчас Кремаков не будет. Вообще не будет. Просто подойди к нему, и все, он стоит, и все. Кому? А, чё? Ну, подойди. Мысли не понял. Всё. А, аптечку поищи, блядь, аптечка внизу, на нижнем этаже. Блядь, ты чё, тупой? Да вон она там слева, по-моему. Подожди, я что-то не просто сообразил. А сзади дверь открыта? Нет, закрыта. Что за хуй-то? Сзади дверь, сзади тебя. Вон аптечка слева. Все, все. Где? Слева, аптечка слева. Вон, надо на стене слева, блядь. Слева, блядь. Вижу. Фонарик прям не трать жестко. Надо уж наколоть. Тебе вкали, немножко успокоишься. У меня сопля вылетела. Ох. Как уколоть? Руком, вот. Теперь сзади дверь приоткрылась, можешь идти туда. По-моему.
Посвети на нее, да? Бля, у меня фонарь сел. Поменяй батареечку. Тут все спокойно будет максимально, можешь не переживать. Помоги мне! Ваф-ваф! Блять. Там Генри. Тут будет тогда, да, Диман? Нет. Очко ставишь? Ставлю. Смотрим, иди прям. Сейчас перекур. Куда идти? Прямо туда вот иди. Тут ничего взять нельзя? Нет. Батарейки? Где? А, может. По-моему, нету батареек. Да не трать ты фонарь, тут видно все, блин. Слышь? Иди прямо. У меня музыка кончилась. Здесь нету ничего, Марк. Ну, бля, ну, Дим. Ну, я же очко поставил. Да похуй. В смысле, похуй. Заходи. Все, не, я не хочу. Чего, тут никого нет? Ну я не могу, бля, мне просто пиздец. Там никого я не было, Марк. Я пугаюсь музыки ебливой, все, это пизда, это просто, Марк, бля, это музыка. Не знаю, у меня реально... День, продолжи, даже скримера не было, ну ты чел, серьезно? Все, иди нахуй, у меня, я говорю, у меня с психикой проблемы какие-то. У меня просто, я вообще боюсь просто всего. Дал шкафа, испугался. Ждаю. Как вывестись, нахуй? Как вывестись? Алло. 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 Блядь, где звук? Блядь, ненавижу VR ебаный, сука, его сломаю. Я говорю, сегодня мониторьте эти, блядь, объявления я продаю. Как звук включить-то, блядь? Алло. Блять. Алло.
Алло? Ждали час настройки ради этой хуйни. Спасибо. Челы! Я не планировал сегодня VR. Это, блядь, Дима ебаный заставил идти, блядь. И вы проголосовали за VR. Я не планировал вообще. Я боюсь. Я вам знаете вы этого. Вы сами знаете этого, что я сыкло ебаное в хоррорах. Я очень боюсь. Я сказал, что мы можем в VR поиграть, но я не говорил хоррор, блядь. Какой Minecraft VR тогда? Чел, Minecraft это очень серьезная игра для стрима. Я боюсь в нее играть. Бля, почему вы смеетесь? Почему вы смеетесь? Почему вы смеетесь? Почему много смеха? Блядь, я в ахуе с вас, сука! Я пытаюсь через себя перейти, чтобы пройти хоть, блядь, 3 шага в этой ебляцкой игре! Сука, я пугаюсь даже ебаной вороны, потому что ворона в жизни не кусает, только мертвых голубей! Блядь, ну не меня, а вы пиздите на меня! ББ, пошел нахуй, сыкло! Да сосите вы хуй, блядь! Мне стрёмно! Мне стрёмно! Посмотрите, что со мной делает жизнь, блядь! Ох. Если пройти через человека, то он... Бля, Васян! Успокойся, братик, ты лучший. Спасибо. Люди всегда готовы дать... Фу, бля... Вот реально, проходили бы сейчас в спокойной обстановочке, блядь, этот шутер, блядь, с чатом, блядь, каждый бы выбирал, что хочет. Я бы сидел, наблюдал, вот так подмышки развесил, похуй, было бы. Ну почему ебаный VR, блядь? Где этот старый хуйломбок? Скажите. Где этот байтер? И в игле на зеленое, блядь. Минус 300 онлайна. Да, бля, ча... Вы, ты, я ж 300 раз объяснял. Я вижу, что у меня охуенный онлайн на хоррора. Но мне стрёмно, бля. Ну, может, мне подрасти чуть-чуть надо. Может, у меня в голове что-то изменится. Но мне стрёмно, блядь. Затяжечка нужна. Согласен. Марк, такой ты, сука, клон. Ну, не обзывайся, пожалуйста, бля. Ну, не убей, не укради. Ну, есть же заповеди, дружище. Бля. Чела победила дверь и пару ворон. Чел. Там были реально мужские скримеры, которые достойны внимания игр всего Рунета. Чел, ты понимаешь, что, бля, мне реально стрёмно было? Да, бля, почему вы смеетесь, сука, уебаны? Марк, что у тебя не получается? У меня получается все. Игра в каком-то моменте просто перестала интересовать и держать свои атмосферы, и, ну, ясен хуй, когда резко атмосфера так меняется, уже нет желания играть. Да, блядь, что вы, сука, смеетесь вечно, блин. Бля, у меня реально такое ощущение, что для вас стримеры как будто клоуны. Вот вы хули смеетесь? Что смеетесь? Бля, надо послушать что-то расслабляющее.